Нужно? Не, хорошо. У тебя ж третий? Четвертый, не хочешь? Ну, видно, жмет чуть-чуть. Так за 2 месяца покупала, выросли. Мне врать тоже. А чё красный? Цвет страсти. Аня, а ты чё, в этом пойдёшь? Да. Чё, дура? У кого чё встанет? Я передумала. Блин, ты чё? Это же договор, мы же все комнаты решили в одну ночь. А я передумала. Как обычно. О среднем полном образовании, а также похвальные грамоты за изучение истории, обществознания и английского языка вручаются Морозовой Анне Сергеевне. Анечка, поздравляю. Ты наша гордость. Более того, за отличную учебу Анечка награждается золотой медалью. Поздравляем тебя. Ребята, это первая золотая медаль за последние 10 лет в нашем детском доме. Анечка, ты молодец, мы поздравляем тебя. Спасибо. Что с тобой? Все хорошо. Ну, ты рада? Давайте похлопаем Ане. Ань, Ань, ничего. Подожди. Что такое-то? Ничего. Что случилось? Ничего. Ну, ты же сама обещала. Ну, на выпускном. Я передумала. Да подожди. Слушай, ну что ты? Слушай, ты не думай, это... Слышишь, это по любви. Что? Я ей жениться не отказываюсь, слышишь? Ну, что ты? Ну, прекрати. Ну, понятно. Что тебе понятно, а? Что понятно, я не понимаю? Слушай, ну ты подумай. Ты Морозова, я Морозов. Даже фамилию не придется менять. Здорово? Ну я считаю, здорово. Здорово. Чего ломаться? Ладно, Дим. Я пойду, а то у меня чуть живот болит. Ну подожди, давай хоть провожу. Да не, не надо. Смотрите, какое это замечательное явление. Оно ведь ничуть не хуже ветра или дороги. А дорога у символистов и реалистов – это, как правило, путь в никуда. Ибо в мир идеала просто не может быть путей. Она не приведет вас к счастливой развязке и, образно говоря, к дому. Нет. Но зато по ней можно легко угодить в чужой и враждебный мир, а это может быть тоже неплохо. Все, спасибо. На следующем занятии мы поговорим с вами о теме одиночества в творчестве Байрона. До свидания. До свидания. Спасибо.
дорогая. Да, я. А что со мной? Со мной все в порядке. Где ты? А, я в 305-й. Нет, 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 ни в коем случае не поднимайся. Все, 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 бегу, 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 бегу. Можно вам пересдать зачет? Я у себя на лекциях вас не видела. Я понимаю. Просто у меня непростая семейная ситуация, и на ваши лекции все время выпадала консультация. Я понимаю. Приходите через месяц на пересдачу. Я правда готовилась, мне сказали, что еще возможно. Просто понимаете, если я сессию закрою, то меня отпустят в академ, однако числят. Понимаю. Приходите через месяц. Но через месяц я уже не могу. До свидания. Аня, а зачем ты так? Ну, ты же помощница Андрея Даниловича. Помощница, слово помощь. Ну, ты помогать ему должна, а не усложнять жизнь. Мне Андрей Данилович про нее ничего не говорил. Кстати, а вон Андрей Данилович внизу стоит со своей. Конечно, одевается его Марина прям туши свет. Носите больше красные сапоги с зеленым плащом. Над вами весь универ смеется. Андрей. Вырастет. Прости. Тогда, конечно. Классно выглядишь. Спасибо. Ты, говорят, это высот добилась, да? Да, каких высот? Так, в универе, в аспирантуре. Да, проходи. Ну, класс.
Вау. Ого. Ну, я и урод. Ты чего пришел-то? Ну, как что? Соскучился. Тебя хотел увидеть. Привет. Увидел? Увидел. Ну, хватит. Слушай, не, на самом деле, дело небольшое. У меня тут вещи ценные. Мне по городу до вечера мотаться. Оставь у себя. А то, говорят, у вас тут за каждым углом по вору заныкано. А? Ну, а что за вещь-то? Наркотики. Да ладно, тут какие-то браслет, сережки. Для девахи своей купил, для девушки. А потерять боюсь. Оставишь. Ты чё? Ты чё, серьезно испугался? Ты же наша детдомовская. Анна Сергеевна, да ну, хватит. Сохраните Диме на сокровище, умоляю. Диме всё, всё, плохо. Хватит. Конечно, всё. Ну ладно. Пока. Анна Морозова? Это не мое, ну сколько можно? Я же говорю, это Дима Морозов принес. Может быть, ты и не продавала, но за то, что ты дома держала. Хочешь сказать, он тебя не отстегнул? Да он первый раз за 5 лет пришел. Вот только не надо сказать. Да это не мое. Сделаем экспертизу. Если не твои отпечатки, значит, не твои. Ну там есть мои отпечатки, я же брала пакет в руки. Ну вот. А что, дурочка ты прикидываешься, а? Или ты думаешь, тебе срок скостят? Наркотики на экспертизу, ее выделение. Хорошо. Ну что сидишь? Давай, собирайся. Давай, давай, давай. Необходимое взяла и все. Полотенце, нижнее белье, там, свитер. Вон носки шерстяные, бери. Все. У меня щетка в ванной. Ну, пойдем за щеткой. Давай, бери. Молодой человек, предъявите документы. Женщина, я из полиции. Пожалуйста, не мешайте. Плевать я хотела на твою полицию. Что значит плевать? Я 86 лет живу в этом доме. Я ветеран труда и житель блокадного Ленинграда. Слушайте, уважаемая, подождите. Я имею право знать, кто приходит в мою собственную квартиру. Уважаемая, вы знаете, что ваша квартирантка продает у вас наркотики? Ах ты грязь! Женщина, куда это ты? Я пустила... Стоять!
Иисус. Послушай, мне все известно. В универ уже приходили. Скажи мне только честно, наркотики твои? Нет. Тогда как такое случилось? Ну, это Дима Морозов. Какой еще Дима? Мы воспитывались в одном детском доме, мы однофамильцы. Он пришел и попросил помочь. И что мне теперь делать, я не знаю. Ты знаешь, я уверен, для тебя сейчас самое лучшее – это статус. Да ты сам веришь в то, что ты говоришь? Веришь? Знаешь что, я хочу, чтобы ты ничего не потеряла. Главное, я не хочу потерять тебя. Так, слушай, помоги мне, пожалуйста. Ну, помоги мне, пожалуйста. Вот что. Вот возьми, 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 возьми. Это на первое время. А ну, потом я тебе позвоню, слышишь? Да? И сделай все, как я прошу. Созвонимся, да? Дай денежек, очень кушать хочется. Иди работай. Да, я не могу работать, у меня документов нет. Ты что, не знаешь, как без документов работать? Тебя бы так не взять. Да? Денег давай. Ты что, с ним разговариваешь? Я говорю, денег давай. Подружку? Я говорю, денег давай. Охренела, что ли? Ты что, не понимаешь, сука, сука, денег давай? Сука, давай денег! Куда? Стоять! Держи ее!
спокойно. Тихо, тихо, тихо. Чего у тебя с ней? Ничего, это она. Говорит, вали, не твоя территория. Понятно, документы. Нету. Родители где? Папа не знаю где. Мама выгнала, квартиру продала, с другим дядей в Москву уехала. Сколько на улице? Почти год. Понятно. Давай ее где-то приемник. Там разберемся. Все, все, все. Значит, родителей нет? Нет. Родственников тоже нет? Нет. Зовут Аня. Фамилию знаешь свою? Андреева. Аня. Андреева, Аня. Лет полных сколько? 15. Наркотики употребляешь? Нет. Хорошо. Да чего? Кому не курить, сказала? Бабушка, отвянь! Ты как со взрослыми разговариваешь? Соску бросила! Нашла себе бабушку. А ты чё? Ну что? Она глухая у нас. Не слушай их, девонька, не слушай. Вот, сюда. Пойдем. На вот, папа. Постель заправляй. А халт этих не слушай. Смотрите у меня. Ты офигел мой меч, брат? Дура тупая. Аня. Верка, это Кристи и кошка. А я и сама представиться могу. Кошка. Можно Марго? Давайте спать. Я 2 дня не спала. И чё? Еще что? Дай сюда! Дай сюда! Дай сюда быстро! Так. Ты! Пошли!
Давно ты ждешь? Месяц. Но все равно убегу. Что? Я из Гачин смоталась. Я отсюда убегу. Я тропу одну знаю. Тут собаки на гулянке ходят. И куда? Никуда. А у тебя мама есть? Нет. Мне тоже. У меня бабушка есть. В общем-то, я не хотела к бабушке ехать. Видите, говорю, ей 75. И она умрет скоро. Но я к бабушке очень хочу. А она тебя хочет? Конечно, хочет. Почему же она тебя до сих пор отсюда не забрала, а? Да потому что бабушка в Казахстане. В Чемолгане. Это город такой. И как ты туда? Автостопом. Одна автостопом? Слушай, ты чего еще интересуешься, а? Пойдешь стуканешь? Да нафиг надо. Только попробуй. У меня вот здесь сидит орел. Вот здесь собака. Орел умный, а собака злая. Я глаза закрываю, и они вместо меня идут. Все понятно? Андреева, тебя к заведующей вызывают. Ну? Иду, иду. Дело есть, говорю, пошли. Дай доесть. Потом доешь. Пойдем со мной. Кристина, покажи мне, где здесь выход? Где этот выход? Какой выход? Ну, куда собаки на гулянку ходят? Люд, в изоляторе ты мне рассказывай. Ну, мне уйти надо. Мне нафиг не надо. Ну, может, я тебе денег дам? Вот, смотри. Вот, 100 рублей тебе хватит? Здесь.
за мной, что ли, шла? А ты улицу купила, что ли? Кристи, не надо за мной ходить, вали в приемник. А тебе-то что, а? Ты глухая, что ли? Хочу и сижу. А может, тоже есть пришла? Есть пришла, за другой столик, иди. Чё ты сидишь, иди, говорю. Да пожалуйста. Да спасибо. Нифига, у тебя телефон есть? Крис, давай. Тебе туда, мне туда. Ань! Я в Казахстан решила свалить. До Казахстана только 4 суток на поезде ехать. Что, правда? Да. А ты откуда знаешь? Знаю. Слушай, Крис, вали в приемник. Если надо будет, они тебя сами к бабушке отправят. Казахстану доехать. Не знаю. Отсюда на юг. В Оренбурге нужно границу перейти. А где твой Чемолган, я вообще не знаю. Казахстан большой. А Чемолган, он рядом с горами. Ань, а поехали со мной? Ты с ума сошла? Бабушка добра. Она и себя примет. Кристин, нет! А границу просто переходить на детском доме рассказывать. Кристин, вали в приемник. Не пойду. А куда? В Казахстан. Да какой Казахстан? Казахстан с тобой. Сиди здесь, я скоро приду. А, Ань. Что? Ты куда? Никуда. Ань. Что? Я никуда не уйду. Здравствуйте. Вы к кому? Андрей Данилович, можно? Да, проходите, пожалуйста. Андрюш, к тебе. Здрасте, Андрей Данилович. Здравствуй. Как дела? Хорошо. Вот моя жена Марина. Очень приятно. Аня. Дочь моего товарища. Я ему денег должен за статью. Позавтракайте с нами. Нет, Анечка может опоздать в школу, да? Да нет, почему? Я позавтракаю. Проходите. Прошу. Раз вовремя, у нас тут кулинарный эксперимент. Тунец с яблоками. Такая европейская кухня. Передай. Спасибо. Дорогая, ты знаешь, у меня все деньги на карточке. Ты можешь дать 3000? Сейчас я посмотрю, если есть. Спасибо. А у меня кукла спит. Круто. Танюшка. А давай, знаешь, что сделаем? Покажем Ане твою новую куклу. Угу. Давай, бегом, бегом. Ты что, с ума сошла? Помоги мне, пожалуйста. Сними квартиру, я позже тебе перезвоню. У тебя выключен телефон. Я поменял номер, его могли прослушивать. Пожалуйста, помоги.
снимать квартиру. Знаешь что? Пора уже становиться взрослой. Есть. Вот. Передай папе. Спасибо. Что, не нравится? А нет, очень вкусно. Стойте! Вот какие у меня еще куклы есть. Папа, пусть девочка у нас поживет. Солнышко, у девочки есть свои родители. Чё? Тебя ждала. А это чё? Не выдержала. Ты же сказала, никуда не ходить. Бабушки еще телек можешь смотреть. Сколько хочешь. Круто. Круто. Не грусти. Пожалуйста. Но бабушка нам с тобой еще и джинсы купит. Со стразиками. Дальше. Сейчас. О, дай колу. Что ты делаешь? Я дорогу покормила, Ань. Чтобы водители хорошие посылали нас. Ты у нас опытная. Говорю же, ездила. Сколько? 100 километров? 200. 200? Ну ладно. Ань, ты чё это? Так автостопщики ездят. Круто, да? Ну, по моей бабушке едем. Мы уже скоро будем. Круто, да. А я знаю, кто ты. Ты на органах хотел взять американца. А ты сбежала, правда? Да, ты на дорогу смотри. Здрасте, а вы в сторону Москвы идете?
говорить? Казахстан? Все из Казахстана в Россию едут, а вы наоборот. К зиме-то доберетесь, а? Доберемся. Доберемся. Не страшно на трассе-то ночевать? На дорогах черти что творится, а? А нам ничего не страшно. Ух ты! Молодцы! Москву едем? Нет. Москве полиции много. Нас ищут. Жалко. Ань! А у бабушки еще есть собаказу. Она знаешь, какого роста? Как тигр. Это специальная порода в Казахстане. Ой, ну ты что, не веришь? Такие молодые девушки. Куда, на юг? Не, спасибо, нам в другую сторону. Ань! Почему? Нам же сначала на юг. Нет, нам на восток. Васильечка. Можно, девочка, можно. Возьми. Да, спасибо. Пожалуйста. Угощайся. Здрасте. Кисло. Возьми, вот здесь сладкое. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот. На. Ты родителям скажи, пусть с ведром покупают. Я с ведром отдам. Родители. Вот как? Одна, что ли, едешь? Одна. Одна на трассе. Угу. Слушай, а куда едешь-то? В Казахстан. Куда? Казахстан. О! Бабушка. Как же тебя родители одну отпустили? У меня нет родителей. Слушай, а до Казахстана-то очень далеко. Угу. Слушай, иди сюда. Иди. Сюда. Пробуй. Бери, бери. У меня брат есть. Mm-hmm. Он завтра на машине в Казахстан поедет. Правда? Mm-hmm. Хочешь, познакомлю? Угу. Mm-hmm. А где с Аней еще? С какой Аней? Подожди. Подруга моя. А, ровесница? Ага, на год старше. Ага. Пойдем. Мы Аню возьмем. Я сейчас Аню позову. Да потом, попозже. Вон туда. Вот, ну, ладно, спасибо. Спасибо.
Кристина? Кристина! А это Аня. А, Аня? Ты куда пошла? Я тебе сказала, что нет, не ходить. А ты куда поехала? Так ведь Казахстан. Какой Казахстан? Аня, у него брат в Казахстане. Какой брат в Казахстане? Вон, пошел. Ты чего? Повел ты ее куда, я тебя спрашиваю? Аня, Казахстан. Аня, у него брат в Казахстане есть. Заткнись, я тебе говорю. Руки убирай. Руки убрала? Убрала руки. Я сейчас зару, ты меня понял? Если ты не уйдешь отсюда. Аня, урод, чтобы я тебя не видела здесь больше. Понял меня? Вон, пошел отсюда. Ты... Урод. Аня. Заткнись вообще. Шалашовки дорожные! Вон, пошел отсюда, я сказала тебе! Я сказала, никуда не уходите, не разговаривать ни с кем, понятно? У него брат в Казахстане, у него там дом! У него дом, у него в поле, что ли, дом, а? Чего ты ругаешься? Пусти! Послушай, Кристина, ты до своего Казахстана доберешься, только если будешь меня слушаться. Нет. И ты не хочешь. Ну, Ань, ну почему? Мне в детском доме один пацак все время сиги приносил. Просто так, прикинь. Не знаю, почему даже. Влюбился. Да что ты гонишь? В кого влюбился? В тебя. Ну, Аня... Ань, знаешь, а я раньше летать могла. У меня крылышки были такие складные. Я их надевала и летала все время. Могла даже из детского дома лететь. И к бабушке лететь хотела. А когда уже решила улетать, воспитка вонючая, ко мне в комнату пришла, крылья мои отобрала и сломала. Просто так, прикинь? А их уже не починить никак. Потому что крылышки только один раз Бог дает. Ты это сама придумала? Я не придумала. Ты чего? Это правда. Почему лишний-то? Ань, слушай, ты магазин обрабатываешь, умеешь? Чего? Ну, вышла она замуж за этого Аркашку. Потому что на 5-м месяце было. Аркашка этот вору 20-летний. Как дитя малое. Здрасте. Здрасте. Да была я у них зимой. Ну да, перед крещением. Не видала я ее. Знаешь, такая располневшая квашня квашня. А можно заколку посмотреть? Сейчас. И дозочка кормит грудью. А я спрашиваю, а где ж муж? Не-не, другую. Ты что делаешь, а? Ах ты! Стой! Куда? Стой! Вот мерзавки, а!
вкусно, да? Угу. Ай, ну давай килограмм конфет еще купим. Целый килограмм конфет. Это же круто. Круто. Давай. Ань, вот я хочу килограмм конфет. А ты чего хочешь? Не знаю. Я хотел красные сапоги. И семью. Семью? Приедем к бабушке. Вот и будет тебе семья. Кристя, можно вопрос? Только ты честно отвечай, ничего не придумал, хорошо? Ну? А вот эта твоя бабушка, она правда существует? Ань, ты по жизни вот такая умная, да? Ну, а вопрос это задаешь, купи некуда. Как моя бабушка может не существовать? Я тебе даже покажу. Вот. Это моя бабушка. А это моя мама. Правда красивая? Да. А это я маленькая. Правда хорошенькая, да? Хорошенькая. А вот сюда мы едем. Древесная, 50. Это я. Привет. Анечка, ты где? Да я сама не знаю. Анюта, не волнуйся. Все уже закончилось, тебя оправдали. Ты ни при чем. Твой Морозов во всем сознался. Кричал, что ты не виноват. Ты где? Приезжай, я уже соскучилась. Слышишь? Алло. Аня. Значит, меня больше никто не ищет? Никто, кроме меня. Андрей, да. Это ты мне помог. Это ты нашел мне адвоката. На допросе я защищал тебя как мог. Возвращайся. Понимаешь, бабушка ждет тебя. Тебя одну, понимаешь? Она и тебя тоже. Ну что она меня тоже? Ты свою бабушку видела, когда тебе год только был? Откуда ты знаешь вообще, какая она, твоя бабушка? Ты ее вообще помнишь? Не помню. Ну и что? Ну а то, что тебя и она обрадуется. А я тут при чем? Не поеду я никуда без тебя. Так, Крис, все будет хорошо. Правда. Я обещаю, ты нормально доберешься. Здрасте. Возьмете девочку на Казахстан? Некуда. Нет свободных мест. Вообще нет. Спасибо. Здрасте. Здравствуйте. Возьмете девочку на Казахстан? Нет, у нас идет проверка. Ну, пожалуйста. Нет, нет, нет. Спасибо. Возьмете девочку до Казахстана? Нет. Пожалуйста. Ну, не 3000, да? 3000. 3000 мало. Не-не, Паш, ну возьмите, пожалуйста. А проверки таможни? Ну, скажите, что дочка.
Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Только деньги сразу. Конечно. Крис. Крис! Крис! Где была? Вот. Что это? Красные сапоги. Ты ж хотела, знаю. Денег теперь не хватит. Ань, подожди! Ты сумасшедшая? Ты же обещала меня слушаться. Обещала! Аня, ну я с тобой хочу! Ну нет, не хочу! Прости меня, пожалуйста, за все, что было раньше. Я теперь тебя всегда буду слушаться. Делай, что хочешь. Ань, на кладбище волки живут. Ерунда не говори. Это не ерунда. Нормальные разговоры. Ну, по правде, волки. Пойдем. Ой, мы же не будем здесь ночевать. Почему? Мне нравится. Ты боишься? Ну, хорошо. Ань, давай уйдем отсюда. Иди. Я тебя не держу. Ай, я с тобой. Ай, подожди. Ань, вернись, пожалуйста. Ань, вернись. Ань. Ну, Ань, я боюсь. Аня!
У нас одна воспитка была, злая колдунья. У этой воспитки была собака. Все думали, что она тоже злая. А она была не злая. Эта воспитка ее заставляла всех кусать. У воспитки в сумочке был нож, который всех убивал, если к нему прикоснуться. А собака как-то раз убежала к нашей медсестре, тете Кате. А тетя Катя была добрая. И она эту собаку лекарством намазала, чтобы нож ее тронуть не мог. И тогда собака выкрала у воспитки нож, чтобы он больше никого не убивал. А тетя Катя прикоснулась случайно к ножу. И нож ожил. И хотела тетю Катю убить. Потому что она себя-то лекарством не намазала. Собака кинулась на нож и спасла ее. А сама умерла. Как же она умерла, эта собака? На ней же лекарство было. Так ты что, не понимаешь? Лекарство тоже перестало действовать. А тетя Катя взяла тогда и подмешала до воспитки и вонючий чай. И воспитка умерла. А ты бы как сделала? Если бы тебя собака так любила. Алло. Аня. Алло, привет. Ты вернулась? Ты в городе? Нет, я очень далеко. Где ты? Я на трассе. Со мной девочка 13 лет. И она из детдома. Мы едем в Казахстан. Я не понимаю, какая девочка? Зачем ты с ней едешь? Да долго объяснять. Но мне нужно довезти ее в Казахстан. В Чемалган, понимаешь? Господи, бред какой-то. Где ты ее взяла? Тебя назначили сопровождающим? Да нет, мы едем автостопом. Каким автостопом? Аня, немедленно бери эту девочку, доезжай с ней до ближайшего отделения полиции. Сдавай ее в детприемник, сама возвращайся, слышишь? Аня. Я не могу. Можешь, Аня, не делай глупости, слышишь? Сдавай девочку и возвращайся, в полиции разберутся с этой детдомовкой. Андрей. С ней ничего страшного не случится, слышишь? Андрей. Пожалуйста, приезжай к нам. Аня, ты не маленькая девочка. Приезжай, пожалуйста. Мы с Кристи дождемся тебя в любом городе. Пожалуйста, помоги нам. Я? Слышишь, я не могу, у меня дела. Приезжай, слышишь, приезжай, поговорим.
Ну и что же? Можно подумать, я бы тебе так конфет не дала. Зачем воровать? Да. Это для нее. А я вам заплачу. У меня деньги есть. Да откуда у тебя деньги? Что ты не врешь? Да не так. А возьмите все. Возьмите. Можно подумать, я прямо-таки деньги у тебя прошу. Что я? Изверг какой? Ты меня любишь. Тебя я всегда-всегда с тобой буду. Да я тебя не люблю. Почему? Прости, я просто вообще никого не люблю. Мне нельзя любить, понимаешь? А мне кажется, что любишь. Нет, тебе неправильно кажется. Прости. Ты мне конфеты воровала. Любишь. Нет, прости, не люблю. Да и пошла. Иди отсюда! Прости, Кристина! Ты дура, отстань! Да, Кристина, успокойся! Отстань от меня, прости, я тебе сказала! Прости, пожалуйста! Отстань! Не трогай меня! Ты орешь на меня! Злая и некрасивая. Чего? Самат. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне 2 супа, чай и 4 хлеба? Купи мне шоколадку. Я хочу суп. Сиди голодный. Я хочу шоколадку, слышишь? У нас денег в обрез. Крыса. Мои деньги закрысила. Мы вообще-то к моей бабушке едем, а не к твоей. Да вали вообще отсюда! Ты меня ненавидишь! Ты от меня сбежать хотела! Кошка черная! Что? Провокация? Что? Я сейчас правду уйду. Иди, вали! Где
Девушка, я сок наливаю. Нет, иди, иди! Кристин, ты куда? Кристин! Крис, ну хватит! Кристи! Кристин, ну нет! Кристи, стой! Кристина! Кристина, нет! Крис, пожалуйста, не надо! Остановите, пожалуйста. Что случилось? Да мне надо выйти, остановите! Прямо здесь?
занят. Я так у тебя скучала. Ты дурочка. Вань. Я знаю, кто ты. Кто? Тебя сюда пришельцы закинули. Чтоб ты нашу жизнь все изучила. А потом им все рассказывала. Правда? Да. Настя с Кнутом молодая девочка. И она убежала от воспиток. От всех убежала. Все убегали. Прибежала на поляну одну и стала кричать. Лебедь, лебедь, забери меня с собой. Лебедь летит, смотрит, стоит эта девочка. И он ее взял в клювик. И они полетели к нему на озеро. И говорит, теперь ты со мной жить будешь. А сам улетал к своим деткам. И очень редко девочки стала прилетать. Редко. Ты знаешь эту историю? Нет. И девочке стало скучно так жить. Она спрыгнула в воду и стала тонуть. Она не утонула, а просто превратилась в рыбку. Лебедь прилетел, смотрит, а девочки нету. И стал плакать. Девочка-рыбка сказать ему ничего не могла. Девочка-рыбка каждый день из воды выныривала и смотрела на то, как лебедь плачет. А ты кем была? Лебедем или девочкой? Я была водой. Водой. Ань, ты слышишь? Машина. Это не в ту сторону. Ань, я очень хочу к бабушке. Скоро. Я тебе обещаю. Давай, я пойду посмотрю, а ты лежи. Пожалуйста.
Прости, прости. 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 У вас все в порядке? Да, все. Аня. Алло. Аня, ты где? Когда ты приедешь? Ну, ты отправила свою девочку в приемник? Возвращайся скорее. Я так соскучился. Ты нужна мне, слышишь? Я люблю тебя. Анюта. Аня. Аня. Аня.
Я не вернусь. Это мое место. Девушка. Сказать не могла. Идет кошка назад с молоком. Увидела сорогу, подкралась к ней и вцепилась ей в хвост. А сорока ее спрашивает: «Эй, а как ты жила это?» А кошка ей отвечает: «Это языки надо учить». Хотела. Далеко-далеко. А потом эти крылышки сломались. А их же уже не починить никак. Потому что крылышки только один раз Бог дает. Понимаете? Сдаем постели. Подскажете, где Древесная улица. Древесный кушай, хайда дида. Ке жүресіз, ке. Оңға бұрыласыз. Жоқ апа, олай емес. Тіке жүріп, солға бұрыласыз. Прямо, потом направо. Направо, иә.
Азур. Здравствуйте! Не бойтесь, она не кусает. Письмо? Детка. Что? Нет.